Главное не упасть. А вот тут. Ну так, страшненько, конечно. Но что поделать? Не, нормально. Полетим. Ой! Я весь трясусь. Как думаешь? Пацаны, ой, всем доброе время суток. Сегодня мы собрались помучить себя после учебы. Сразу после учебы поездкой. Нет. Захотели проехаться в будний день до села соседнего. Шаг, Федоровку в быстром темпе. Ну и быстрый темп. В общем, собрались сегодня проехать до соседнего села в Федоровку. Дня где-то в сумме километров 27 в одну сторону. Через город, через лес. Чутка по трассе, потом через еще два района. Потом по берегу Волги. Вот, по берегу Волги и чутка проехать надо будет нам до лугов. По лесу ехать сложно. Сложновато. Ну вот, мы туда хотим заехать. Там Волга разливается по весне и заливает луга. Вода прозрачная, в принципе, не глубокая. Каждую травинку видно красиво очень. И там еще перепад высот крутые, и там сверху уходят поезда. То есть очень красиво будет. Да. Я тогда три поезда видел. Я там просто один раз уже был, и я захотел на велосипеде туда съездить, потому что круто будет там. И все-таки эти луга, они не вечные, они когда-то все равно уйдут через недельку. И да, там коровы пасутся обычно. Там, в общем, пасутся коровы, а мы туда приедем посмотреть, как заливает воду. Бля, сейчас попробую. А, нет, не попробую. Давай! Я могу! Все, смог. Вот. Луга заливает там на определенный срок, так как вода все-таки уходит. И там красиво. И еще из новшеств. Мы там, в принципе, уже были. Но там поставили вдоль дороги, постелили бетонные плиты медунок. Их жрать можно. Вот, будет полегче ехать через этот район по трассе. То есть вероятность того, что нас собьет КамАЗ, будет меньше, чем был до этого. Сейчас где-то часа 15:30, да, 15:45. Не знаю, сколько мы доедем. Часа за два, наверное. Может, чуть побольше. Там дают о себе знать. Потому что, блядь, сложно, да? Поснимаю я в лесу к спуске. Этот лес уже все видели. Наверное. Между двух районов города такой не маленький, небольшой, средний где-то. Это
стороны. Ну, со стороны, да. Но если в него въехать на велосипеде и не иметь на нем мотора, то он покажется очень большим. И переехать его надо, то есть будет возможным где-то за полчаса неподготовленному человеку. Мало того, перепад высот, так еще и, блядь, песок есть кое-где. Сегодня я буду всегда с одышкой. И мы проехали на поперек лес, выехали к трассе, которая, ну, к дороге, которая соединяет два района. Мухи уже начали. Точнее, три района. Подожди. Бегаешься за джипом. Да. Трасса такая поганая, потому что, блядь, она узкая. Все, мы едем в другой район. Из своего мы выехали. В общем, проехали километров 7. Сейчас будет хорошая трасса. Песок не дает ехать прямо, потому что он засасывает. Он стаскивает на трассу. Ехать сложно. А по дороге не поедешь. У кого были вопросы, что после поездок нормально хожу или нет, то после этого я нормально ходить не смогу. Всем привет, кто там все живет. Тут будет опасненький участок. Бля! Вот это нормально. Все, мы выехали, ребят. А? Да. Сейчас еще красельки, блядь, эти будут, которые выезжают со стороны. Уёбки просто. Езжай прямо, не смотри никуда. Держим дистанцию, чтобы видно было все. Давай!
задница была. Быстро, что вообще прям. Пацаны, опасность. Вот, ребят, мы, короче, спустились. Поэтому подниматься будет сущий ад. Но мы там не поедем, мы поедем в ту сторону, куда обратно ехать будем. Потому спуску ехать можно только на машине. И на меня смотрят все как на долбоёбы. Ребят, едем по трассе, нарушаем принципы все. Не делайте так никогда. По дорогам ездить нельзя. Так ведь и сбить могут. Давай быстрее, быстрее, догоняю. Вау. Давай, давай. Темп поддерживать надо. Нам бы левее проехать. Аккуратно высовывайся. Левее, левее, левее. О! Здравствуй. Конечно. Поехали. Нормально, да? Наш родной перевалочный пункт, ребят. Заправочка. Наконец-то мы отдохнем, бля. В тенек. Вот сюда. Здорово, здорово. Безумные порывы ветра. Станция заправочка нас покидает. Китик нас провожает. Дает заряд бодрости в дорогу. А мы едем дальше. Я вот еду вперед, и меня тут сдувает назад. Мне это не сильно нравится. О, буханка. Да, я знаю. О, смотрите, пацаны, преодолевает препятствия. А я похуй вообще все. Смотри, сейчас вылетит. Давай подождем, пусть выедет. Давай, мужик. Без упорно прыгивает. Да ему вообще похуй, смотри. Машина наших мечт, можно сказать. Все то же самое, ребят. Ничего не поменялось, кроме нас самих. Хотя надземный переход уже додрачивается, я хочу сказать. Что, езжаем? Езжаем? Заезжаем. Перетинки. Ребят, в общем, сортировочная станция нашего города, района Комсомольского, не Шульзового, да? Сейчас мы едем, да, станция Жекморе, мы через нее сейчас едем туда, вниз, потом вон в ту степь. Короче, нам еще долго ехать.
И тут большие перепады высот, мы сейчас задолбались ехать против ветра в гору. Хотя бы асфальт, да? Сейчас я тут вам поснимаю интересности и на этом прекращу. А то батарейка что-то, вот новая батарейка у меня оригинальная, она садится буквально за минут 40 своего пользования. Когда китайский аналог держит намного больше. Интересно, я там смогу съехать, нет? Уверен? Ну подожди. Смог? Не, я себе шею сломаю. Я уж там попробовал спуститься, что-то вообще. Делает? Ну конечно. Только я не умею. Сегодня какие-то люди общительные. То это. Едешь, все молчат. А сейчас прям общаются. Удобно. Нормальная практика некто. Там, в той стороне, куда я сейчас смотрю, насыпь песчаная и лес. Мы там были, между прочим, машину выталкивали. Это на видео есть, кстати. Длинное название. О, на той. Насыпи, нас еще там мотоциклист встретил. Саня, по-моему, да? Леха, по-моему. Леха. Леха, здорово, блядь! Хорош мужик, на 400-ке был. На Ямахе, по-моему. Такие вот дела. Тут вообще рэм хороший, перепады высот. Считай, кстати, и X-Ray. Красота! Вообще район красивый из-за Волги. Туда надо. Сейчас мы и проедем. Еще чуть-чуть. До начала Федоровки, а там еще я ехать. Боф. Нету. О. Вовремя. Еще один X-Ray. Вы, наверное, пацаны, X-Ray'ев нигде так не видели много, как у меня на видео. Ха. Ну, в Ижевске, наверное, их еще много.
Я думал, там будет вход. Че у тебя там? Трещит. А тут накатали асфальта. Да. Отвратительно, будто заброшенная, блядь. Тут накатали асфальта, чувствуешь? Приятно ехать. Да. Ну да, ты правильно понял. Потом налево. Слева, 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 слева. Бля, вообще прям душа радуется, асфальт. Пацаны, вот не представляете, просто... Машина не сбила. Не делайте так. Да, страшно. Нам туда потом. Хорошая. Сюда. Хочу вам показать, что происходит. За кадром. Нудное превозмогание. Едем в горку. Ветер дует, виды отвратительные. Какие-то кусты, трубы, блядь. Мусор, пыль. Дорога прямая, скучная. Некит едет очень далеко от меня сзади. Машины носятся. Очень громко и некрасиво. Такие дела. Мы уже из Шлюзового выехали, то есть два района проехали, не считая наш. Сейчас заезжать в Федоровку будем. Но это село такое, оно распласталось по берегу Волги. И поэтому оно длинное, и до места, куда нам надо ехать, тоже долго. Моя задумка была показать то, что мы видим. Тогда, когда я не включаю камеру. Потому что это скучно и нудно. И никому это не надо. В общем, до прямого включения в Федоровку. В общем, ребзя. Смотрите, бля, какие у нас тут имения. И, кстати, прикольно, забор прямо уже до дороги. Яички. Ребят, короче, Волга разлилась так, что она никогда так не разливалась. Не, ну серьезно, прям очень сильно разлилась, воды очень много. Очень красиво будет, я думаю. У меня уже лоб чешется от камеры. Все ради вас, ребят. Ноги болят после подъема. В общем, мы только приехали в Федоровку. Вон там дома. Красота. На подъеме прям дома перед железной дорогой. Точнее, за ней. Очень красиво. И тут рощица прекрасная прям. Офигенная. С большими деревьями ростами. С соснами. Там дорога вниз идет. Вот нам еще так ехать очень далеко. Очень. Ну не очень далеко, может процентов 80-70 пути сделали. И останется буквально проехать километров 5. А потом обратно. Ну, до этого еще дожить надо, так что увидим. Что-то интересное. Поснимаю. Красиво, красиво. Дорога на подъеме, участок внизу, другой участок слева. Красота. Собака. Красиво тут.
Мы уже доезжаем до нашей точки назначения. Точнее, только-только начинаем подъезжать. Вот тут я ебнусь головой, мне кажется. Страшненько. Очень больно ногам. Туда мы не поедем. Туда мы не поедем. Здорово. Как дела? Сейчас узенькая дорога будет песчаная. Ну, не для всех песчаных, конечно. Да. Что скажешь? Что ты думал? А? Чего? Большего? Дальше ехать. Чуть-чуть дальше, где машина. Ты еще Волгу не видел с той стороны просто. Видишь, что там рыба плескается? Видишь, прыгает, вон. И знаешь, в чем самый прикол? Этих деревьев нет. Это их макушки. Там 15 метров вниз. Это обрыв. Я видел это без воды. Короче, ребзя.
Тут воды настолько много, что здесь, в общем, обрыв туда вниз метров 15. То есть это сейчас мы видим верхушки деревьев, а там внизу ничего. Вот. Прохладно здесь, да? Некит, я придумал. Пиздец. Ну, в общем, там было, блядь, по половину колеса. Преодолевание бродов в этих сырых. Это что там, вот так вот что ли воды? По колесо? Крути, 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 крути! Ну ты чё? Ты чё? Кто так может? Никто! Видно, да? Теперь снимай. Ой, бля! Ой, бля! Подожди, сейчас обратно приеду. Идиотам нет покоя. Посередине ехать. Кто так может? Никто. Во. Слушай, я его почистил нехило так. Он очистился. Пацаны, я еду преодолевать, короче, препятствия водяные. Броды там, и разные пиявки, клещи, и рыбы. Смысл в том, что какой-то мерзавец украл у меня кроссовки и положил их туда. Это не я. Это не он. Ну вот мне, короче, теперь за ними надо ехать. В общем, если это... О, орел смотрит, кого бы сожрать. Поехали в добрый путь, Некит. Благослови меня. Давай. Давай. Некит, я еду к тебе. Аллилуйя, братья! Миссия завершена, осталось только выехать отсюда. С Богом!
Какая же теплая вода, господи, как хорошо-то. Вот, вот тут. А, сейчас смешно. Мне кажется, а? Мне кажется, этого не хватало в наших видео. Вот бы не ёбнуться. Так круто, бля. Так. А? Ах да, передаем привет нашему глубоко уважаемому подписчику Артему. Мы тебя очень сильно любим, как и всех остальных подписчиков. Но именно сегодня мы тебе передаем этот пламенный привет под вид пролетающего мимо нас в Самару самолета. И сейчас господин Никита исполнит вам. Исполнит вам приколюху. Подожди, я должен это снимать. Ой, как больно. Вот Саша сейчас. Надо было показать, какие у меня педальки. Вон какие у него педали. Можешь посередине ехать. Давай, давай, давай. Под конец педали быстро крутишь. Давай, давай, Ники, давай, 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 давай. Крути сильнее. Давай, 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 давай. Некит, ты мне мешаешь. Некит, некит. Мне больно. Фу там какашки. Ты дурак. В общем, пацаны, мы собираемся очень красиво. Мы тут посидели, поели яблок с бубликами. Преодолевали брады. Я себе поставил оптику на вечернее время. 27 километров сюда мы проехали за 2 часа. И нам теперь 27 надо обратно ехать. Фух. Я уже устал. Давай отдохнем. Вот, я уже устал, давайте отдыхать. Ну, в общем, когда я буду прямо включаться, Никит? Блять. Давай отдохнем. Мы тут видели как кораблик. О, вон мужик на кораблике. Пайдарачник. Красавец. Все. Мы побывали в этом наипрекраснейшем месте. Правда, очень долго сюда ехать. Поехали домой. Включусь, когда будет что-нибудь интересное. Ноги-то болят. Прямо нам. Ну как прямо, сюда. Красавец. Ой-яй! Да. Ой-яй!
понял я, понял. Привет! Что за гору? Я не знаю. Я не знаю. Сейчас, ребят, будет опять преодолевание. Один подъем. Заправиться надо. Подъем на переход. Вокзал. Да, на вокзал. Педали не крутятся. Давай, моги некер. Давай, 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 давай. Поехали, Ник. Как. Куда ты поехал? Поехали. Подписчики, стойте! Пожалуйста! Ты думаешь? Ты уверен в этом? Дорогие подписчики! Куда поехали? А, ну типа... Превозмогание, блядь. Подожди, вилка! А? Неужели спуск? Ну да. Thank you.
Ребят, мы, в общем, проехали два района. Возвращаемся домой. Уже процентов 50 домой пути пройдено. Ну, в общем, вот, мы сегодня посмотрели, что хотели. Преодолевали броды безумные. Умотались. Умотались в дрова. Воды уже нету. Фонарь горит. Мы и велосипеды кончились вообще. Ну вот, в общем, трек я по катушке выложу. Ну и скриншот вставлю куда-нибудь. Умотались мы в дрова сегодня, конечно. Какие, ну чуть-чуть есть какие. Да. Мы, конечно, вообще орлы, но сил уже нет. Все закрыто. Вода 2 литра кончилась, потом в литр фляги кончился. Все булки, бублики, яблоки кончились. Кстати, булки хотел оставить. Ну вот, но в сухомятку его жрать нельзя. Вот. Ну, короче, мотоциклисты ездят, а мы херачим. Без мотора. Что нас, конечно же, чутка напрягает. В плане удобности передвижения и комфортности. Кстати, да. Пуск некит. А? Бревно! Палки в колеса попадают. Вот это скорость! Туда, 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 туда. О, вот холодно. Да, холодно. У меня капюшон за седло задевает. Седло? Да. Капюшон за седло. Колесо достает, нет? Напугал. Дешман. Я так испугался. Я такой смотрю туда, а у меня люк перед колесом передним. Я думаю, сейчас провалюсь нахер. У меня прям это аж сердце, блядь, остановилось.
А вот там мотоциклы собираются летом. А на питбайках туда можно приезжать? До первого падения на мою рожу с плечом, блядь. Тут поедем. Странненько. Не знаю. О, стрит-сракеры едут.